Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Silent Hill 4 The Room. Ну что ж, мы вернулись из мира метро, направляемся в следующий, и, наверное, все же я что сделаю? Я все-таки возьму, наверное... А он сломанный, да? Нет, пока еще действует. Возьму я, наверное, ребят, все же пистолет на всякий случай, потому что надо. Без пистолета уже тяжеловато, нужно экономить, скажем так, ребята, нужно экономить... Здоровье, поэтому давайте я возьму. Револьвер я оставлю, а вот пистолет возьму. Что-нибудь еще может быть есть? Такое ж нужно забрать прочее, скорее всего, да? Что-то здесь имеется. Так, нет. Нет. Нет, ребят, здесь ничего не имеется. Ну все, в таком случае давайте отправляться в новое приключение по удивительным мирам Уолтера Салливана. А ключ? Ключа там, по-моему, не было, да? Секундочку. Ключ же никакой не выпал. Нет, ребят, никакого ключа в этот раз не было. Заходим. Замок открыт. Я не могу просто бросить Айлин одну. Давай, иди сюда быстрее. Жертва БДСМ. Насмотрится этих самых чертовых 50 оттенков, а потом пытается повторить. В итоге вон что выходит. Да, ребят, то самое место, но здесь, понимаешь, я помню, здесь какие-то надписи были. Интересно, их можно прочитать сейчас? Тут нет ни хрена. Что-то он видит? Я не могу прочитать это, да? По-прежнему ничего, ребята. О, ясно. Так, полетели. Полетели, побежали, блин. Чёртовы эти вороны, ворона-собака-муха. Айлин со мной, да, по-прежнему? Так, уже вижу собак. Ну смотри, давай, наверное, сходим сначала в дом желаний, потому что это единственное место, куда нам, наверное, нужно сейчас идти. А там уже разберемся по ходу пьесы. Так, обходим. Так, Айлин успела за мной? Нет, Айлин потерялась. Все, успела? Молодец, молодец, умница. Тихонько. Сейчас, погоди, надо использовать хоть разок. Во, с трех выстрелов. Ну, в принципе, это неплохо. Относительно. Типа она мне помогла с понтом. Ну вот смотри, что-то здесь изменилось, да. Вообще дом желаний сгорел. Я не могу это прочитать, да? Ну да. Это плохо. Хорошо, в таком случае я предлагаю... Что? Она что-то сказала? Вон, что-то есть. Что это такое? Здесь лежит записка. Что-то есть здесь, но тут ничего. Я чувствую, что-то из колодца, чего-то не хватает. А, началось, Джаспер. Смотри. Вот у нас очередная свеча. Она лишней точно не будет. Так, что там? Сообщение было на чем-то, блин, быстро прощелкал. Хотя мое тело уничтожено, я не дам тебе пройти здесь. Чтобы подготовиться к встрече с преемником мудрости, я разделил свое тело на 5 частей и спрятал их в темноте. Когда мое тело снова станет единым, путь внизу будет открыт. Если ты преемник мудрости, ты поймешь мои слова. Ритуал начался. Ага, нужно найти останки, да? Интересно. Интересные у нас приключения, похоже, намечаются. 5 кусков тела нужно найти. Откуда начнем? Ну, у нас, в принципе, как раз, смотри, 1, 2, 3, 4. 4 пути. Ну, можно начать отсюда, да, давайте. Тут быстрее всего до конца мы сможем дойти.
Идешь? О, черт. Неужели это лиса Сайлент Хилла? Во! Все, да, она умерла. Но очень много патронов, ребята. Тут слишком темно. В таком случае быстро рвем когти к обходу. Но опять же, мы Айлин потеряли. Так, давай-ка я, наверное, пока переключу пистолет, да? То что так-то быстро патроны улетают. С топориком походим. Вот что вот это такое? Ну, это вот похоже как раз-таки... О, смотри, кирка. Каждый раз, когда я смотрю на нее, мне становится жутко. Взять кирку? Да. Кирка отчаяния. Обычная кирка со стройки. На ее рукоятке написано «Отчаяние». Очень мощная. Ну-ка. Ну, очень долго копится, конечно, у нее атака, но, видимо, она убивает с одного удара, да? Ну, ни хрена себе, прикольно, ладно, хорошо, атака просто обычная. Угу, понял тебя, смотри, не ударь Айлин, пожалуйста. По другую сторону проволочной ограды что-то есть, боже, оно воняет, тут нет ничего интересного, но... Как-то ничего интересного нет, дружище, обманываешь ты меня все время? Что-нибудь изменилось? Смотри, да. Ты Уолтер Салливан? Так все меня называют, но на самом деле у меня нет имени. Как и дома. Ну а как насчет мамы и папы? Да, но я их никогда не видел. Они ушли из South Ashfield Heights сразу после моего рождения. Но скоро я смогу увидеть маму. Ты знаешь, где она сейчас? Да, конечно. Прямо там, где я родился. Многие люди пытались остановить меня, но теперь все в порядке. В Писании говорится, что я буду с ней. Мне надо спешить, мама ждет. Ага. Что это? Это какой-то подозрительный медальон. Взять медальон? Медальон с гербом. Медальон, на котором выгравирована неприятная эмблема. Он сантиметров 25 в диаметре. Пока не ясно, зачем это нужно. Здесь тоже странные надписи. Наверное, слушай, кирка это... Я могу прочитать это? Похоже на какой-то дневник. Итак, 10 февраля. Я снова поехал в Эшфилд. Снова я что-то... Что-то... Мамочку. Часть надписи размыта, и я не могу прочитать остальное. Что изменилось здесь? Хотелось бы узнать. Что-то поменялось? Вам не кажется, что как-то слишком тихо, да, в последнее время? Чё? Это что за звук был? Не здесь. Может, там? Тут вроде ничего. Очень странно. Какая-то кошка. Ладно, давай выложим все лишнее. Все-таки, наверное, кирку, ребят, я выложу. Не знаю, что-то кажется мне это бесполезная хреновина.
Святой медальон пускай остается, но пистолет на всякий случай пусть будет. Что у нас здесь? Здесь застрял листок красной бумаги. Что-то изменилось. Моя теория в том, что Уолтер не умирал в тюрьме. Может, кто-то другой совершил самоубийство? Или же человек, которого арестовала полиция, не был настоящим Уолтером Салливаном? Я не могу расследовать, что на самом деле произошло в тюрьме. Но в любом случае, Уолтер там не умер. Мужчина в плаще, который объявился здесь, был настоящим Уолтером. 7 лет назад он сделал что-то в этом доме. Я уверен, что есть связь между этим и ненормальными вещами, которые тут творились. Еще чуть-чуть... И я разгадаю все. Может, я даже узнаю, что настоящий Уолтер где-то неподалеку. 18 июля. Тихо, стой. Тут ничего? А что такое? Почему у меня? Типа кошка на тапке, что ли, нагадила? Или что это было? Что за фигня? Вот что это? Что за херня? Наверное, кошка в тапке нагадила, да? Запах наносит мне урон. В таком случае, слушай, давай, наверное, сохраняться. Пойдем. Непонятно, что именно здесь случилось. Но лучше свалим отсюда. Да уж. Вот мы снова и на месте. Давай я лучше возьму топорик в руки. Значит, она умеет читать, ребята, надписи. А что у нас, например, вот здесь? Итак, 21 октября. В воскресенье я уйду из камеры, чтобы читать книгу. Я читал очень хорошо сегодня. Если я смогу хорошо читать 21 причастие схождения Святой Матери, я смогу увидеть мою мать. Важная дама сказала мне это. Но завтра я снова иду в круглую камеру. Ага. Что-то еще вот здесь, смотри. Пуля для револьвера, да, это пригодится. Но оставлю уже, наверное, на финальные локации. Ну вот мы взяли какую-то круглую херню. Пока куда ее применить, я не знаю. Но здесь у нас уже проблема, ребята. У нас 3 призрака сразу. Вообще здорово и замечательно, конечно. Так, Айлин, быстрее, быстрее, быстрее. Да, она здесь, успела. Давай теперь сюда. Айлин, догоняй быстрее. Хорошо. Тут мы все исследовали. Ну, точнее, там. Пойдем, наверное, сейчас прямо. Куда это нас приведет? Опасно. Что там написано? Внешняя сторона наполнена опасными вещами. Если кто-то выйдет на внешнюю сторону без разрешения взрослых, мастер будет опечален. Слушай, мне вот знаешь, что интересно? Я смогу применить найденное мной круглое непонятно что на том трупе? Сейчас, секундочку, Айлин, прочитай, что у нас здесь. Итак, 17 марта. Я снова ездил в Эшфилд. Это был 4-й раз. Как и в прошлый раз, моя мать что-то... Город страшный, а в гостинице, где моя мать есть... я больше не могу прочесть. Там еще пара таких табличек. Сейчас проверим их. Ну вот смотри. Если я использую на трупе эту херню. Я не могу это использовать здесь. Хорошо, значит это для чего-то другого. Давай еще проверим эти все таблички, да? Читай. Ну? Итак, 18 октября. Мне придется сидеть в круглой камере, даже если я буду хорошо читать завтра. Если я сделаю это, Бог будет счастлив. Так что я сделаю это. Он часто приходит в круглую камеру, но это не важно, я думаю. Ладно, что у нас тут? Итак, 15 октября. Боб исчез. Никто не скажет мне, что случилось. Это точно. Больше я не могу прочитать. А все-таки она полезна, это знаешь?
Это не Эшли, которая кричала только «Леон, help!» О, смотри, что-то еще есть. Здесь цепь. Взять цепь. Легкая и удобная. Одним ударом можно нанести сильные повреждения. Переходим с плети на цепи, да, уже? Ха. Весело. Ладно, значит, нужно будет плетку выложить. Так застыла эта хрень, я вижу, да? Бежим, бежим, бежим. Ну, Алин, у тебя цепь есть? Я думаю, ты сможешь за себя постоять, да? Ну вот глянь, что у нас тут? Вон, смотри, что-то есть. Это какие-то непонятные хрени вообще. Здесь была ловушка, да, я помню, поэтому, наверное, все же не стоит ходить по дорожке, да? Или смотреть просто внимательно нужно по сторонам. Там камни были, может, я все же найду что-нибудь интересное. Похоже, у нас проблемы. Это очередная жертва Уолтера. Нужно осмотреть, что у нас тут есть. Что-то должно же быть, ну правильно? Что-то должно быть. Может, здесь что-то найду? Да, в той стороне я тоже был. Что-то Айлин только я забыл. Может, пусть пока она там побудет, или лучше так не делать. Уж, наверное, лучше с собой ее, да, брать? Что-то есть, вон, смотри, вот там. О, святой медальон, как раз то, что нужно. Я уверена, что где-то здесь, в этом лесу, есть приют, дом желаний. Тихо. Больше ничего не наблюдаю. Пойдем. Айлин, догоняй. Ой, прости. Я случайно. Вот машина, может, там что появилось внутри, а? Давай проверим. Нет, я это все мечтали, ребят. Это все про ключ. Что-то здесь еще написано, но она не прочитает, понимаешь, потому что здесь фраг. Сейчас давай выйдем сюда и посмотрим, что у нас тут. О, опять они, да что ж ты будешь делать? Да, он опять вылезает. Конечно, здесь бы меч пригодился. И перед выходом из этой локации мечи просто нужно вытаскивать, наверное, из противников. А то я этой механикой совсем не пользуюсь, понимаешь? Стоп. Пуповина. Так, это, конечно, здорово и замечательно в каком-то смысле, но не совсем ясно, что делать и что искать. Где искать эти части трупа, я не понимаю. Опять, кстати, я Айлин бросил. Какой же я негодяй все-таки, а? Тут опять же, видишь, вообще нифига. Опять воет собака-волк. Вон, смотри, тут обезьянка, да? Давай иди сюда, скотина. Как это? Во, хорошо было. Сейчас давай еще разок. Опять же, видишь, тут слишком темно. Может, типа, нужно тела искать в колодцах, но я не понимаю, что делать, как их осветить.
священное, вряд ли священными свечами, потому что их можно потратить, и, ну, типа, еще игра станет непроходимой. Значит, это не то, что нам нужно. Тут вот, получается, Айлин может все читать. Нужно, наверное, ее сюда довести, тогда она сможет что-то рассказать, да? Давай кое-что проверим еще. Что там? Здесь тоже странные надписи. Да, она может это прочитать. И вот здесь тоже надписи. Странно. Может, нужно типа провести ее по всем местам, чтобы она все прочитала? Как вариант, да? Потому что, ну, других вариантов я не вижу. Пока мне непонятно. Периодами, конечно, нужно возвращаться обратно в свою квартиру. Может, там что-то будет появляться. Какие-то надписи, там, какие-то записки. Там, не знаю, ключ может появиться от чего-то, да. Все может быть. Ну ладно, пока давайте первичный осмотр сделаем всего и вся. Блин, вот жалко, что я Айлин забыл. Сейчас бы уже добежали 20 раз и прочитали все, что там написано. Они бегали. О, смотри, могу прочитать, да, правильно? Иди сюда быстрее. Читай. Она не будет читать, пока здесь враг. Ну вот мы и на месте. Давай читать. Начинаем. Айлин? Итак, 5 октября. Меня снова били. Я ничего не сделал. Я хочу, чтобы он умер. Подожди-ка, вот здесь. Итак, 4 октября. У меня щека болит. Я его ненавижу. Понятно. Там столько написано, блин, это всего-то 3 строчки можешь из себя выдавить. Итак, 6 октября. Завтра в часовне изучение книги. Если я не смогу читать хорошо, со мной поступят, как с Джоном. Я очень боюсь. Но это все. Но это ничего мне не дает, понимаешь, в чем вся проблема? Вот мы пришли, получается, вот в самое начало аж. И ни хрена здесь нет. Осталось вот только вот это вот место. А, нет, стоп, отсюда мы тоже пришли. Нам нужно вот сюда сходить, проверить, что у нас тут. Но я еще ни одной части тела не нашел. Видимо, что-то я не понимаю. Тут слишком темно. А если мы сделаем вот так? Я не могу это использовать здесь. А если мы сделаем вот так? Что там? Он говорит. Типа, херовое место, да? Я не могу поставить ее сюда, да, все правильно. Ну все, у меня больше вариантов просто нет. Фонарика у меня нет, посветить я не могу. Может, нужно найти фонарик? Где-то, может быть, в той части локации он имеется. Ладно, давайте я побежал. Буду на месте, включусь. Ну что-то опять пошло не так, блин. Как обычно, по-другому и не бывает, да? Тут вроде все, кошка больше не мяукает. Нет, мяукает, ребята. Нужно изгонять. Да, я думаю, что стоит это сделать. Все? По-прежнему, понимаешь, что-то здесь не так. Что, почему это не изгоняет херня? По-прежнему, понимаешь, я подхожу и все, и хана. А все? Все, да, прошло. Теперь здесь. Ясно, все плохо. Тихо, стоп, 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 стоп. По идее, телек должен вырубиться, да, я правильно понимаю? Там что-то появляется, смотри. Да, все, фух. Теперь давай все лишнее выкладывать. Ну, плеточка нам уже не нужна. Пули для револьвера тоже. Ладно, сохраняюсь, ребята, и идем в другую часть локации. А, да, ребят, одну свечку я нашел еще, по-моему, вот здесь. Я не показал этого. Прям буквально у ворот она была. Ну что, у нас осталась последняя дверь. Опа, а что-то Айлин плохо совсем. Смотри на нее. А что с ней делать? Как-то можно ее вылечить? Мне бы этого очень хотелось узнать. Как-то... Слушай, ну ей прям совсем хреново, ты только глянь на это.
Может, если мы пройдем мир, тогда с ней будет все получше? Сейчас, секундочку, что-то вот здесь еще есть, смотри. Или мне показалось? Нет, показалось. Да, ей прям плохо. Видимо, это считается, что я якобы, наверное, с ней плохо обращаюсь, да? Айлин? Идешь? Да задрали эти собака-муха. Опа! Там Уолтер Салливан был. Вот это, конечно, мы хорошо зашли на огонек. Все, Айлин со мной? Да, все хорошо. Теперь смотрим. Айлин, прочитаешь? Итак, 13 октября. Я наконец-то выбрался наружу. Джон все еще в той круглой камере. Надеюсь, завтра я буду читать хорошо. Я изучала в колледже археологию, но... Но что? Непонятно. Что там, подожди-ка? Ну, это мы уже читали. Но ее что-то реально хреново. Может, можно как-то подлечить? А? Может, есть какая-то функция? Итак, 13 октября. Я действительно хорошо читал сегодня. Я был так счастлив. Но 21-е причастие, схождение Святой Матери было тяжело. А дальше? Итак, 16 октября. Какие-то важные люди приходили сегодня. Один из них дал... Тут обрывается. Не могу прочесть дальше. И вот мы пришли. И это, похоже, ребята, тупик все же. Тут у нас, тут слишком темно. На подсвечнике что-то написано. Святое пламя. Так, погоди, тут может что-то нужно поджечь, а? 5-ательный напиток. Ну вот смотри, если я подойду к Айлин, вот так вот встану ей, да? Вот прям посмотрю на нее. И вот так вот. Ничего не произошло. То есть я не могу Айлин отдать этот напиток. Я так понимаю, нам что-то нужно найти, что поможет нам, ну типа, осветить эти самые колодцы, правильно? Но я ничего пока не вижу. Итак, 17 октября. Важная дама сказала, что моя мать спит в Эшфилде. У меня тоже есть мать. Я так счастлив. Я хочу увидеть мою мать. Где вообще Эшфилд? Ну и в итоге мы пришли куда-то непонятно куда. Не, серьезно, я не совсем понимаю. Ну хорошо, святое пламя. И чё? И чё с ним делать? Я не могу это использовать. Но это неудивительно. Это не работает таким образом. Может, там что-то есть в могиле Уолтера Салливана, слушай, как вариант, а? Так, давай, наверное, я без Айлин сбегаю. Все зачищу, да, потом. Так, Айлин, отстань от меня. Вот, хорошо. И мы сейчас быстро выбежим, я надеюсь, получится это сделать. Да, ее со мной нет. Это... А, со мной она есть. Все, теперь ее со мной нет. Блин! Тихо. Еще раз давай. Упадет он или нет? Можно это сделать? Так, да, давай. Давай еще.
Но он просто лежит, понимаешь, типа и все. С ним ничего сделать нельзя. Может, если выйти, что-то изменится? Типа я получу там что-нибудь, да? Какое-нибудь его оружие или что-то в этом духе. Но он, понимаешь, вот он, можно его двигать, то есть он еще жив. Сейчас выйду, зайду еще раз. Так, Айлин, пойдем, ладно. Тут, наверное, безопасно уже. Ну, как тебе сказать, безопасно? Почти. Бежим. Опять же, здесь тоже ничего не видно. Я пока не понимаю, что делать нужно. И что делать с Уолтером Салливаном? Может, можно его было прифигачить мечом? Как вариант, да? Ну вот смотри, я предлагаю что сделать. Заглянуть в могилу. Там, где должен быть, по идее, Уолтер Салливан или кто-то еще. И вообще здесь нужно все осмотреть еще. Может, что я упускаю все же? Тут ничего нет. Деревяшки нет никакой. Вообще ни хрена. Так, Айлин вроде не со мной. Нет, все. Давай еще раз внимательнее здесь. Может, что я упускаю? Там собаки с той стороны меня ждут, это я помню. Поэтому, может, стоит зачистить это место сразу, а? Тихонько. Это сдохло? Да. И это тоже, да? Ну, почти. Вот теперь точно. Хорошо. Что дальше? С этим совсем делать? Опять же, вот здесь очередной колодец. Да, нам нужно искать все в колодцах. Блин, вышел. Надо отойти подальше. Давай. Все, и там последняя тварь. Ну и мы будем спускаться, или мы так и будем там летать? Здесь выкопана могила. На дне гроба вырезана цифра 1121. Ничего нет. Только эти чертовы мухи здесь были. И что мне делать? Что за фигня? Опять очередные надписи. Так, ладно, давайте я подумаю, наверное. И включусь, потому что я что-то пока вообще не отдупляю, что от меня хотят. Ребят, я полез уже в Google, потому что я вообще не понимал, что нужно искать. Ну, я понимал, что нужно искать, но я не знал, где. Оказывается, вот здесь, на подсвечнике, что-то написано. Святое пламя. Это факел. Взять факел, да. Вы представляете, факел все это время был здесь. И можно драться. Конец можно зажечь от огня, чтобы освещать темные места. Если намочить маслом, гореть будет дольше. Понимаешь? Ну, это просто издевательство. Поджечь факел, да. И теперь пошли. У нас вот здесь вот сразу, ребята, видите, колодец. Голова смотрит в эту сторону. Исследовать, да? Голова куклы, короче. Деревянная голова куклы. Она почернела и обуглилась. Уолтер Салливан, я тебя понял. Так, уходим. Это первый колодец. Теперь давайте думать, где мы видели остальные. Ну, в той... Короче, я знаю, где, да. Здесь уже нет ничего. Теперь меня еще Уолтер Салливан преследует. Слушайте, как хорошо. Как хорошо мы зашли. Так, Айлин, бежим. Походу дела, Уолтер Салливан теперь неостановим. Можно так говорить? Ну, ей уже лучше стало, смотри, мне кажется, да? Да, уже типа, ну не так она горит. Цветом страшным.
Ну так, опять он здесь, понятно. Айлин, догоняй, пожалуйста. Так, ребят, поджигаем факел и пошли. Горит? Да, все, там просто анимации не было. А, вот колодец, тьфу-то, он все это время был здесь, понимаешь? Ну капец. Куда я убегал? Я вижу левую ногу. Исследовать, да, левая нога куклы. Еще, по идее, три части. Пошел дальше. Так, я предлагаю что сделать? Я предлагаю сделать вот так. Раз. И вот так. Угу. И, наверное, может, стоит подлечиться, да, в самый раз. Продолжаем поиски. Еще три части нужно найти. Вот здесь можно поджечь факел было, да? И пошли к колодцу. Колодец неподалеку. Колодец все это время был здесь. Где-то. О, смотри, что нашел. Питательный напиток. Подожди, где я видел колодец? Он же был прямо здесь. Вон он. Давай. Правая нога. Идем. Еще, ребята, две части. Сразу, наверное, давайте установим. Ой, прости. Вот, ребят, здесь можно зажечь факел. Короче, смотри. Первый колодец у нас вот здесь, прям недалеко. Где-то вот тут я его видел. С той стороны, по-моему. Да, вот он. Левая рука, и осталась только правая рука. Она впереди. Вот, правая рука. Хорошо, все, осталось только это все дело установить. И все, можно уходить. Не мешало бы сохраниться, конечно. Но давайте сделаем это уже в междумирье, да? Я думаю, так будет лучше. Такс. Капец. Здесь лестница вниз. Спуститься вниз, да. И... свечи. Что здесь? Здесь книга. Похожа на какую-то Библию. Схождение Святой Матери. 21-е причастие. Первое знамение. Сказал Господь. Во время изобилия очисти мир моим гневом, собери белое масло, черную чашу и кровь 10 грешников. Подготовься к ритуалу святого успения. Второе знамение. И сказал Господь, предложи кровь 10 грешников и белое масло. Будь затем освобожден от оков плоти и обрети силу небес. Из темноты и пустоты принеси четвертым уныние и облачись в отчаяние. От передающего мудрость. Третье знамение. И сказал Господь, возвратись к истоку через грех искушения. Под бдительностью демона, блуждая в одиночестве в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут согласованы. Последнее знамение. И сказал Господь, отдели от плоти и ее перерожденную мать, и его, преемника мудрости. Если это будет сделано, таинством 21-го причастия мать возродится, и поколение греха искупит свои прегрешения. Тут опять же этот самый символ, заметьте. Только что-то Айлин с нами не пошла, но она потому что не может, у нее рука, да, она по лестнице просто физически не может спуститься. Заперто. Здесь круглое углубление около 25 сантиметров в ширину. Вот смотри, вот оно. Ой, подожди, не то. Я не могу просто бросить Айлин одну, подожди-ка, а что она, почему она не спустилась, не пойму. Испугалась, что ли?
А, она немножко тут заблудилась. Она немножко заблудилась, ладно. Бывает всякое. А, тут же обычная лестница, точно. Что-то я это сразу не подумал. Тут руки не нужны. Да, ребят, это уже переход в другой мир. Ну, пошли. Получается, сейчас еще тюрьма, потом апартаменты. Нет, потом... ну, типа там на крышах мы будем, да, или где там. Потом апартаменты и все. То есть еще три мира у нас впереди. А что дальше, я уже не помню. А, еще мир госпиталь, но по-моему... По-моему, нет, с госпиталя мы начали. Значит, нет, ребят, все. Я уже боюсь. Прямо здесь? Серьезно? О, черт. Ребята, с прискорбием сообщаю, что мы в жопе. У нас должна быть свеча где-то. По-любому должна быть. Давай ее искать. Нужно эту херню срочно изгнать отсюда. Она должна быть здесь, правильно? Так, прочее. Подожди, свечка, свечка, свечка. Вот. Ну все, сука, изыди, тварь. Так, ну? Не? Не туда поставил, ты представляешь? Или все же прошло? Сработало! Фух. Ну уже зло проникает сюда уже в наглую, понимаешь? Ну зашибись, слушай, все вот прям небезопаснее и небезопаснее. А свечек-то все меньше и меньше. Но у нас там, если что, еще есть амулеты, мы можем ими защищаться какое-то время. Короче, все, ребят, сложнее и сложнее становится. Мне еще знаешь, что интересно? А у нас там ничего лишнего нет в инвентаре? Скажите ко мне. Ну вот смотри. Нет, ребят, все, все нужное. Это даже можно принять. Чтобы, скажем так... А нет, есть, вон факел. Нет, стоп. Да блин. Ну, пойдемте дальше. Там, по-моему, ничего не изменилось же, да, правильно? Все, активности больше не будет. Ни здесь, ни это самое. Ну, по крайней мере, пока. Не там, где Айлин. Ну что, ты готова? Там дальше все веселее и веселее будет. Смотри. Жесть, да? Я не могу просто бросить Айлин здесь. Давай, иди сюда. Она просто уже не хочет туда идти, я ее понимаю прекрасно. Но это да, по-любому мы приедем в тюрьму, и я знаю, где мы сейчас окажемся. Помните запертую дверь на крыше? Прямо там, похоже. Только что нужно будет сделать здесь, хотелось бы узнать. Слушайте, мне что-то так очень нравится. Мне даже как-то нравится эта часть, скажем так, больше в этот раз, чем когда я играл... Ёп! Беги! Айлин, сюда! Но там вполне может что-то быть, поэтому, наверное, стоит вернуться и осмотреть, да, я думаю? Так, Генри, или как там тебя?
Все правильно? Подожди-ка, давай посмотрим. Ну там типа большая дверь, скорее всего нам нужно идти к большой двери. Будет ли она открыта, я не знаю, но там же прикол в том, что она просто большая, и он как бы не может с ней взаимодействовать. Коротковаты ручки там, все дела. Ага, то есть я понял, смотри, то есть если... Опа, по-моему, нас догоняют. Да, ребят, нас догоняют. Айлин, догоняй, пожалуйста, не теряйся. Айлин? Итак, смотрим, что у нас тут. Опять же, есть дыры, мы можем, наверное, через них попасть, куда нам нужно, да? Но мне кажется, тут ничего не изменилось. Типа, обследовать все заново не имеет никакого смысла. Давай спрыгивать просто, я думаю, так будет проще. Она со мной же сможет это сделать, правильно? Или она останется наверху? Похоже, она осталась наверху. Да, ребят, она не прыгает за мной. Ну, хотя неудивительно, ты знаешь, я бы тоже не прыгнул. Со сломанной рукой. А, ну это мы читали, да. Мы можем спуститься еще ниже. Ну хорошо, давай сначала разберемся, что нужно делать, потом заберем Айлин, да? Я думаю, что с ней ничего же не станет, правильно? Или станет? Ну там уже ходит Уолтер Салливан. Ну вот смотри. Так, понятно, все плохо. Я предлагаю спуститься в подвал. Да? С другой стороны заперта, хорошо. Как это можно сделать? В подвал вот таким вот образом мы не спустимся. То есть придется прыгать как-то иначе, да? Да, ребят, нужно было сверху прыгать через эти дыры и попасть в самый низ. Можно, конечно, обойти все вот эти вот опять... Да, тут в камерах что-то есть, ребят. Имеет смысл, наверное, все обойти. Так, давай я буду показывать только те камеры, в которых что-то есть. Да, я думаю, так будет лучше и быстрее. Да, что-то здесь, смотри. Вот еще, ребят, нашел. Сразу, наверное, давайте я использую аптечки. Потому что там уже все, этаж я изучил. Ну, одну аптечку, наверное, стоит выложить, да, я думаю. В сундук. И сейчас проверим, положили ли нам под дверь что-нибудь интересное. Ну, пока тихо. Пока тихо. Вот, да, очередная записка. Здесь клочок красной бумаги. Я собираюсь сопоставить вместе все, что я сумел разузнать об Уолтере Салливане. Он родился прямо здесь, в квартире 302 в Саус-Эшфилд-Хайтс. Его родители оставили его вскоре после этого и куда-то исчезли, бросив ребенка одного. Его нашли и отправили в госпиталь Святого Джерома. Он был усыновлен Домом Желаний, сиротским приютом в лесу около Сайлент-Хилла, которым управляет тайный религиозный культ из Сайлент-Хилла. Когда ему было 6 лет, кто-то из культа показал ему место, где он родился. С тех пор он поверил, что сама квартира 302, иначе говоря, эта квартира, была его матерью. Каждую неделю он ездил из приюта в Саус-Эшфилд-Хайтс. Это весьма длинное путешествие для ребенка его лет. Иногда он ездил на метро, а иногда на автобусе. Я устал. Моя головная боль меня убивает. Завтра напишу больше. 28 июля. Угу. Ну, вроде ничего не изменилось. Ничего, никаких сообщений, ничего вообще нет. Тут тоже пусто, как видите. Ничего не меняется. Ладно, сейчас давай выложим все лишнее. На сегодня хватит, ребят. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал.
на Telegram, Facebook, Twitter. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы их пропустили. И на третий канал, ребята, там скоро появится ролик про игровую индустрию. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.